Всем здорово. Ребята, завтра у меня будет последний стрим. Я сейчас нахожусь на аккаунте Потный Путь. И завтра я его разыграю. И сегодня будет последнее, наверное, на нем видео. И последний, возможно, донат в этом году. Я постараюсь продержаться и ничего не покупать. Я надеюсь, что разработчики больше ничего не добавят. Может, максимум, что я последнее сделаю, это скины подарю какому-то еще одному подписчику, не знаю. Но есть определенная магия в этом ролике. На этом аккаунте есть все, за исключением последнего героя. Это Макса, ну, бойца. Есть все по фулу. Пассивки на каких-то есть, на каких-то нету. На каких-то кубки прокачаны, на каких-то по нолям. И этот завтра аккаунт уйдет моему подписчику. Завтра. И не только этот аккаунт. Я еще акции разыгрываю, леги разыгрываю, гемы, скины, все. Ой, скины не разыгрываю, соврал. Разыгрываю Макса, легу, этот аккаунт и аккаунт с тремя легами. Если хочешь забрать этот аккаунт завтра, если вдруг ты еще не участвуешь, блин, это последний шанс. Завтра уже все, будет поздно. Подпишись прямо сейчас на канал, поставь лайк, подпишись на влоговый канал и на Инстаграм. Там последние посты именно для конкурсные. Вот надо будет оставить комментарий. Только не под роликом последний. И вот сегодня последний донат я сделаю. Праздничный последний донат за 20 баксов. По сути, я уже все, я потратился, больше конкурсов не будет. Я сейчас, ну, все, что было там, ну, очень много чего потратил перед Новым годом. Подарки, все дела. И, ну, последнее, что я сделаю, вот последнее, я, наверное, задоначу все-таки 20 баксов. Это 450 гемов, это 6 мегаящиков. И вот смотрите, вот каждый, кто из вас сейчас подпишется, каждый из вас, и поставит лайк, шанс из этих 6 боксов выбить увеличится в разы. И мы вытащим Макса именно с этих боксов, и останутся гемы кому-то из вас. Давайте попробуем это сделать. Подпишитесь прямо сейчас и лайк. Что, ребят, погнали, попробуем, проверим магию, работает она перед Новым годом или же нет. Поехали. Ой, сколько же в этом году было потрачено. Это, скорее всего, последний, финальный такой, знаете, гвоздь. Ну давай, порадуй меня, последний донат. Возможно, я буду в следующем году меньше донатить, делать акцент больше на другое, посмотрим, как получится. Но этот год прям был прям... прям таким балованным, очень балованным, и... ой, ну, про итоги года, возможно, попозже поговорим. Ладно, поехали, 450 гемов, 6к монет и 6 боксов. Плиз, перед тем, как я открою, проверили, подписан или нет. Если подписан, давай, во-первых, добьем 2,5 ляма, возможно, до Нового года. Вот, ну и просто будет приятно, если лайк поставишь. Давай, сразу 6 предметов. Сразу же, с первого. Просто дайте магии. Магию! А, какие 6 предметов? Один предмет должен быть. Один, я извиняюсь. Давай! Ладно. Второй. Третий. Ребята, уже половину открыли. Вы издеваетесь? Я понимаю, что за гемы можно купить Макса. Ну, блин, гемы-то останутся на аккаунте. Неужели вам не хочется подписаться? Пожалуйста, давай. Ить! Да хотя бы пассивку уже дай, а? Осталось 2 бокса. Слушайте, я сейчас буду максимально, наверное, тронутым на голову, но я потрачу гемы сейчас на открытие боксов. И не выбью Макса. Это будет самое максимальное тупое открытие в конце года. Пожалуйста. Ну просто, это принцип, я хочу выбить его, не хочу покупать. Пожалуйста, давай! Ну это бред. Это бред. Вот смотрите, у меня сейчас хватает гемов. 350 гемов. Давайте еще пассивку куплю на Карла. Так, есть. А, вообще, давайте посмотрим, что по пассивкам мне не хватает. Ну, достаточно много не хватает, очень много. Ладно. Куча-куча всяких этих... темный ворон, меха. Ну, я думаю, что пускай победитель сам решит, меху ему покупать или светлого бо. Ну, вообще, сам решит. Окей, давайте. Еще один мегаящик, чисто по фану. Давай. Да ну, блин, бред. Обидно. Так. Еще один могу. Большой ящичек. Да ну, я что, не увижу, серьезно? Последний, тупо последний, ребята.
Последние ящики. Давай. Та ну... Трим-трим-трим-трим-трим. Вот скажите, вот я сейчас приму какое-то решение. Ну вот напишите, пожалуйста, в этот момент, что бы вы мне сейчас посоветовали. По хардкору открыть и проверить, выпадет или нет. Или же пойти, знаете, таким надежным путем и купить его 100%. Вот какой бы вы путь выбрали? Вот если бы я лично, вот реально, вот если вы хотите мой ответ, я бы, конечно, открыл. Но мне кажется, что большинство из вас хотят 100%. Ну типа, вы скажете, ты дебил, зачем? А я вот люблю такие вот нестандартные какие-то лазеечки и вот попробовать открыть и выбить его. Это гораздо круче. Не выбью, это останется азарт. Ну да ладно. А как лучше, мифического или новый боец нажать на акцию? Какую? А давайте одновременно нажмем. Открылся он. Да, понятно. Давайте мифически, а вдруг какой-то сейчас новый выпадет. Ой. Бум! Все. Это точно последнее открытие. У меня нет, гема. Все, сорямба, я все потратил. Это единственный персонаж, который будет первого уровня на этом аккаунте. Да и черт с ним, погнали в бой. Пару каток, напоследок, на потном пути. Я думаю, что завтра стрим проведу именно с этого аккаунта. С этого аккаунта, последний раз. Вот, я не знаю, в этом году, понимаете, я не хочу уже... То есть мне, понимаете, по сути, идей каких-то самых крутых нету, чтобы отснять. Но я могу кое-что, то, что запланировал наперед, там, да, начать, но уже не могу. Я могу, но не могу. Не хочу, точнее. То есть это проект, это, может, какие-то другие ролики. Но я хочу уже оставить это на Новый год. Потому что, ну, блин, этот год уже все. Ну, там осталось... Сколько? Ну, сегодня 24-й. Осталось, ну, фонд. Я надеюсь, я не сдохну. Я очень на это надеюсь. Первый уровень, как-никак. Ну, блин, я сегодня ульту набью, нет? Блин, как я выжил? Скажите, как это произошло? Да, блин, дайте мне ульту. Ха-ха-ха, не, ну вот эта скорость, она, конечно, имба. Слушайте, я первый уровень, 0 кубков, а так сложно. А ну, смогу затащить топ-1? Блин, урон, конечно, у него. Опа. А, я понял. Погубила жадность фраера. Погубила, так. Тихо, не попадай по мне. Больно, страшно. Боюсь. 5 бойцов. Вроде бы Новый год приближается, да. Должен быть таким веселеньким, бодрым. Но я думаю, вы заметили, что у меня какая-то небольшая грусть. Не знаю почему. Не могу объяснить. Вроде все хорошо, вроде все классно. А вот какая-то грусть есть. Вот не знаю что. Надо топ-1. Надо топ-1. А как? О, 39 хп! Да какой там сраку топ-1? Это топ-2. Звездный жетон. Да. Крутой получился проект. Я, ребят, сделал все, что от меня зависело. Получите 32 персонажа. Из них 31 прокачаны на 9, а то и с пассивкой 10 уровень. Только вот Макса прокачивать. И причем я персов не трогал. Вот специально. Ну вот завтра на стриме, может, поиграю, конечно. Но вот специально не трогал. Завтра просто вот такой вот чистенький, новенький аккаунт с фул прокачкой. Ну, персами, которые я только играл. Тоже 26 ранги, 25, 26. Он шелли вообще 30 ранг, будете понтоваться. Конфетка просто. Участвуйте в конкурсе. Реально, не теряйте эту возможность. Если вы
реально хотите этот аккаунт, если вы реально, ну, он вам нужен, просто подпишитесь на влоговый канал, на Инстаграм и на мой основной. И все. Ну, естественно, надо оставить комментарии. Комментарии под поста, розыгрышными постами. Если вы теряетесь, где из них какой розыгрыш, то посмотрите мой видос про то, как я запустил конкурс. Ну, там последнее видео. Мы все этого ждали. Там он нормально просмотры набрал. Я думаю, что многие из вас уже и так участвуют. Все, ребят. Встретимся уже завтра на стриме. Не знаю, что, как-то грустно. Как будто мы с вами прощаемся. Но нет. Мы всего лишь уходим на новогодние праздники. Вот. Вот и все. Я просто, ну, завтра реально стрим проведу, и я не знаю дальше. Появлюсь в онлайне, не появлюсь. Не, ну, в любом случае я буду на связи, ребят. В любом случае. Ну, я вас жду. Поболтаем, приходите. Да хватит мне кидать. Кстати, клан. Что с кланом? Где? Тить. Это где ты? Не могу найти клан. А. Клуб. 100 участников. Спасибо, что были со мной. Вы активные, вы крутые. Завтра новый владелец будет у этого аккаунта. Не знаю, останетесь вы или нет. Спасибо вам. Я, правда, с вами не общался в клубе, не играл, но в любом случае спасибо, что вы следили за мной. И для вас это было важно, находиться со мной в одном клане. Мне это приятно. Потому что борьба постоянно за место. Я хочу в клуб. Я как этому значение не сильно придаю, типа, там, какая разница, кто зайдет, этот или другой. А они-то хотят быть в клубе. Это надо ценить. Спасибо. Спасибо, что... Кто попал в клуб, кто не попал, ничего страшного, будут еще проекты. Буду вас ждать. А, кстати, не все в сети. Показалось. А что оно? В сети 3 часа назад. А, все, я понял. Это не последний ролик. Просто так как-то все к концу подошло. Я просто решил поставить точку на этом аккаунте, последний донат сделать. Ну и вот как-то захотелось мне вот как-то вот так. Так захотелось записать видос. Не знаю, в таком настроении. Не могу написать просто, что со мной. Но как-то грустно. Надеюсь, у вас все хорошо с настроением. Всех обнял. Я не знаю, стрим будет сегодня, не будет. Завтра, наверное. Все, ребят, с наступающим. С праздником вас. Любви, здоровья, позитива. Не болейте. Скоро увидимся. Приходите завтра, участвуйте в конкурсе. До скорых встреч.